Всем привет, с вами Диазона ТВ, сегодня мы поговорим про точку на Интарке. Эта точка называется, находится на координатах 64-94. Здесь в данный момент раздает карпи очень хорошо. Значит, если рассмотреть по карте, то этот квадрат у нас D7, от базы недалеко, вы можете добежать спокойно без квадроциклика. А сейчас мы посмотрим, что у нас получилось в улову. Улов у нас плюс-минус за час получилось, ну, как-то так, вот примерно там 35-36 рыб. Ну, суть-то не в этом на самом деле. Точка раздает, народу много, 228, а сейчас напоминаем, сейчас как бы еще не вечер, да, то есть вчера было 300-310 человек, до 350 доходило. Потом, значит, что у нас по сборкам? Значит, по сборкам сейчас мы рыбочку вытащим. А венги выважим таким способом. Если у нас рыбка легкая, то мы делаем выкачивание. Если у нас рыбка какая-то мощная, да, тяжелая, то мы уже делаем отход назад. Используем. Да, понимаю. Пувашечку в лупидолим. Пувашечка у нас на икре. Такой вот состав. Мута кукуруза, вся икра и ароматизатор черная икра. В принципе, клюет. Я доволен, я счастлив. Был у нас 20-20 сборочка. Значит, карповая поп-ап. Классический поп-ап. Большой первый, огромный 1-0. Все под глину. Монтаж икра, устрицы, черная икра и ПВАшечка, которую вам показывал. Все бойлы 20-е. В принципе, везде сборки плюс-минус идентичны. Единственное, здесь крючки у нас 1-0 огромные. Зашел трофей на 1-0 огромный. Да, то есть вчера зашел, сегодня зашел. Вчера ночью вообще хорошо было. Как говорится, всем пока-пока. Огромное спасибо. Не забудьте подписаться.